Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, как частично можно защитить свой канал от воровства и мошенничества. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как заблокировать пользователя, который пишет нехорошие комментарии? Итак, начали. Запускаем браузер. Справа в верхнем углу есть аватарка. Нажимаем на нее. Ваш канал. Еще раз нажимаем на аватарку справа вверху. Управление аккаунтом Google. Нажимаем. Безопасность. И здесь мы должны включить двухэтапную аутентификацию. Включили, поставили здесь галочку «Включить». Здесь YouTube нас попросит записать свой номер телефона, чтобы на этот номер телефона при необходимости входа в свой аккаунт или при замене пароля подтвердить, что это находимся мы. На этот номер телефона Google вышлет нам код для подтверждения, что это мы, а не мошенники. Здесь мы записываем резервный адрес электронной почты. Резервный адрес электронной почты должен быть другой, чем для коммерческих запросов, потому что тоже могут быть неприятности. Все, когда мы это проделали, теперь можно приступать и к другому этапу. Это как заблокировать пользователя, который пишет нехорошие комментарии. Так, закрываю здесь. Теперь переходим в творческую студию. Комментарии. И сейчас переходим к просмотру комментариев. Вот здесь есть комментарии под этим видео. Открываю комментарии. Вот видим, напротив комментариев есть три таких точки. Нажимаю на них. И здесь есть вот такие надписи. Удалить или заблокировать пользователя. Если пользователь пишет какие-то отрицательные комментарии, мы его лучше заблокируем, и он попадет в черный список. Больше он не сможет нам никаких комментариев написать, ни положительных, ни отрицательных. Нажимаем сюда. Я не буду нажимать, потому что этого пользователя мне не надо блокировать. Нажимаем, и все. И он попадет в черный список. Вот таким способом мы защитим свой аккаунт от воровства и от тех недоброжелателей, которые пишут нехорошие комментарии. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.